Членские организации Ассоциации СИС из европейских стран продолжают работу в России и Белоруссии, несмотря на временные трудности. Наши компании специально уведомили дистрибьюторов, партнеров и своих клиентов о продолжении работы. ООО УИКС Санкт-Петербург подтверждает, что планирует и в дальнейшем осуществлять свою деятельность на российском рынке. ООО «Дельта Плюс» уведомляет своих партнеров и покупателей о продолжении своей деятельности в Российской Федерации и Республике Беларусь. ООО «GVS Rus» планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность в Российской Федерации. Отгрузки не останавливает. Компания «Orafol Rus Reflective Solution», производитель световозвращающих материалов, уведомляет о продолжении работы на российском рынке в штатном режиме и осуществляет поставки своей продукции в полном объеме. «Линстром» в России, это членская организация Ассоциации СИС в лице вице-президента Николая Статыка, сообщает о продолжении работы на территории Российской Федерации. Вы знаете о том, что в рамках экосистемы «Биот» с 6 по 9 декабря 2022 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» пройдет 26-я международная выставка и форум «Безопасность и охрана труда». Ожидания наших экспонентов о старте именно офлайн-продажи «Биота» были достаточно долгие. И на самом деле мы получили массу заявок, массу обращений, и до сих пор эти заявки поступают. Поэтому мы не просто так стартовали с «Биотом». Это даже такая, скажем, вынужденная мера для того, чтобы успокоить наших экспонентов и для того, чтобы они знали, что на «Биоте» их ждут и что лучшие места, собственно говоря, будут забронированы. И пока у экспонентов есть возможность выбора места, они стремятся это сделать. Дело не в том, что мы хотели запустить «Биот». Это действительно потребности наших экспонентов. Несмотря на такую непростую ситуацию, мы «Биот» сдвигали со стартом, и в результате все-таки он состоялся, мы приняли решение, все-таки пора. Мы рады сообщить, что до 15 апреля действует акция раннего бронирования, которая дает возможность получить дополнительную скидку на выставочную площадь. Для участия в акции необходимо выбрать и согласовать место размещения выставочного стенда, предоставить организатору выставки необходимый подписанный пакет документов, внести предоплату согласно условиям заключенного договора. Как всегда, для членов Ассоциации СИС предоставляется дополнительная скидка. И скидки суммируются. Интерес к выставке большой, поэтому за первые дни старта продаж заключены более 20 контрактов. За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по контактам в описании и направляйте ваши заявки для участия на biot@assis.ru. Обращаю внимание, что количество площадей, участвующих в акции, ограничено. Станьте экспонентом «Биот» уже сейчас. В рамках экосистемы «Биот» 6 апреля пройдет онлайн-конференция «Труд, защита, безопасность, химия и нефтехимия. Новая реальность». В фокусе внимания спикеров конференции – новая экономическая реальность, неопределенность и возникшая волатильность на рынках, пересмотр действующего законодательства, перестройка договорных отношений, логистических и финансовых схем и одновременно открывающееся окно возможностей для производителей и поставщиков российских товаров и услуг. Мероприятие традиционно начнется в 10:00 по московскому времени, и, как всегда, участие в онлайн-конференции, которую организовывает Ассоциация СИС, бесплатно. Регистрация открыта на сайте biot-assis.ru или по ссылке в описании этого ролика. Запись конференции будет доступна подписчикам нашего канала в YouTube и Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, получайте информацию из первых рук. Труд, защита, безопасность.